Подождешь меня за тем столиком? Хорошо. Привет. 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 Сегодня рисовали друзей, а ты мне тоже друг? Конечно, надеюсь, самый лучший. А это кто? А ну-ка. Ого, а кто из вас двоих дружит с этим Халком? Это дядя Костя, который танк подарил. Что там, Сережа, не заскучает? А, да, слушай, можно на него свежим взглядом глянуть? Смотри на что ли? Ну, типа того. Хорошо, у меня перерыв, скоро приду, посмотрю. Ма, я выиграл танковый бой 6-5. И это Бали не поддавалось. Да ты что? Молодец. Идем. Два макеата. Знаешь, я эту картину написала буквально за 2 часа. Просто свет так красиво упал, вдохновил за секунду. Я пойду? Да, еще увидимся. Ну как тебе? Хорошо. Ты знаешь, это очень хорошо. Европейская школа пошла себе на пользу. Спасибо. Я планирую вернуться. Мне из Испании пришло очень хорошее предложение. Ну, может, не стоит так спешить? Ну, ты скучаешь. Если скучаешь, прилетай ко мне. Елена Сергеевна тебя спрашивала. Она хочет с тобой посоветоваться по поводу дизайна ее дома. Да. Елена Сергеевна, это хорошо. Я бы с ней пересеклась. Так давай завтра. Завтра не могу, лечу в Стамбул. Мы там яхту сняли с друзьями. Тина, это некрасиво. Я пообещал, что мы заедем к ней на днях. Ну, а зачем за меня обещать? Солнышко, ну, пожалуйста, ну, сделай мне одолжение. Я тебя очень прошу. Хорошо. Разрулю один раз. Угу. Больше не буду. Кстати, Костя тоже, наверное, будет. Костя я давно не видела. Надеюсь, у него все хорошо. Хотел тебя спросить, у вас с Костей не осталось никаких недоразумений? Нет. Мы просто разбежались. Прости, я пойду. Мишель, привет. Привет. Чудесная выставка. Ну, что скажешь, Аль? Ты не против? Не против чего? Это же смотрины. И что, я достаточно хорош? Ну, учитывая тот коктейль, который ты сделал, ты молодец. Но Вале я в обиду не дам. Я! А, это я, конечно, понял, что в этой семье очень решительная дама. Привет. О, привет, дядя Костя. О, привет, красавчик. Опа, молодец. Привет, я Костя. Привет. Я Валя. Я Сергей. Очень приятно. Взаимно. Что ты делаешь? Ты пришел без предупреждения. Зачем ты меня обнимал? При Саше и при сестре. Что мне теперь им говорить? Что мы встречаемся. Там сидит маленький и живой человек. И? У него есть чувства. Это не игрушка, которую просто можно выключить и включить. Подожди, я не сделал ничего плохого. Ты ему нравишься. И это нечестно. Мы вообще не договаривались с тобой при нем изображать пару. Я не хочу его во все это втягивать. Тогда в ресторане он был со мной только потому, что мне не с кем было его оставить. Вот и все. Я не собиралась знакомить с ним Гошу или тебя. Это слишком серьезный шаг. Для меня он самый драгоценный человек. Извини, я увлекся. Ну, Сашка мне тоже нравится. Я могу быть другом семьи? Можешь. Тебе не кажется, что проще для этих целей найти другую девушку? Кажется. Но я не хочу. Значит, я ищу ресторан с детской анимацией на сегодня. То есть ты хочешь, чтобы Саша пошел с нами в ресторан? Если ты не против. И ты будешь как друг семьи? И немножечко больше, когда Саша не видит.
Спасибо. Там в машине сидит очень любознательный дяденька. Скажи спасибо ему. Спасибо тебе. Смотрим, кто кого. Что тебе, герой-любовник? Здорово, Костян. Ты не поверишь, что со мной было. Неужели тебе тут Порож съездил? Почему же не поверишь? Поверю. Подожди, а ты откуда знаешь? Неважно, что ты хотел? Слушай, скажи, а Аля к тебе в ресторан приходила, ну, после того дня? После какого дня? А, с того дня, когда ты повелся, как козел. Что с ней, нужно еще раз переговорить? Не-не-не, ничего не надо. Может быть, нужно еще с кем-то расстаться вместо тебя? Слушай, я просто хотел сказать, что ты меня очень выручил, и ты настоящий друг. Знаешь, то, что ты меня идиотом выставил, ничего, сочтемся. А вот перед девушкой придется извиниться. Она виновата только в том, что тебя вовремя не разглядела. Понимаю, будет трудно, но ты уж постарайся. Ну, вроде как уже все выяснили. Ты меня понял. Давай, дел по горло. Привет, Лен. Привет. Привет. Ай, как же красивы твои розы. Да. Они так же прекрасны, как и хозяйка. Какой сложно сочиненный комплимент. Ну, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. А то, что я молчу о своих чувствах, вовсе не означает, что их нету. Не начинай. Виталия нет 10 лет. 10 лет, но я не понимаю, почему мы не можем вернуться к этой теме. Илья, давай не будем разрушать наши многолетние дружеские отношения. Погоди, ну, Лен, ну почему разрушать? Ну почему? Просто мне кажется, что наша дружба – это отличный фундамент для чего-то большего. А мне кажется, что мы слишком взрослые для того, чтобы что-то начинать сначала. Снова нарвался на отказ. Кстати, я разузнала о той девице, которая влепила пощечину Косте. А я тоже могу о ней кое-что рассказать. Да? Да. Давай, погоди. Лен! Да, Валя, я тебя слушаю. Говори быстрее, пожалуйста, потому что я уже ухожу. Сори, что так быстро свалили, просто срочно работу вызвали. Давай подробности выкладывай. Я тебе уже все рассказывала. Просто он подвез меня после полиции и завертелась. Ну и что, прям сразу любовь? Да и Сашка еще познакомила. Ты обычно в этих делах так подтормаживаешь. Зато он не подтормаживает. Это точно. Слушай, ну вообще, ну это здорово. Да и Сашка наконец увидит нормального мужика. Ему же нужен как-то образец мужского поведения. Ну и давно вы с этим Костей знакомы? Нормально, но, честно говоря, я даже не думала, что что-то будет, понимаешь?
Ни словечко мне не сказала. Сестра, что ты темнишь? Только не пойму, зачем. Не поймешь? Ну, тогда и не спрашивай. Ладно, все, давай, потом договорим. Блин, ну хотя и дураку все понятно, что у вас и серьезно. Это как-то тебе понятно? Ну, потому что не только за тобой ухаживают, но и о Сашке заботятся. Если я хоть что-то понимаю, мужика, короче, о чужих детях они заботятся только тогда, когда без ума от их матери. Вань, идешь? Что-то ты, Валя, знаешь. Ладно, все, я пойду, давай. Хватит ныкаться, будь мужиком. А Слуцкий тут что делает, а? Привет, красавчик! Привет. Сам пристегнешься? Так, я не понял, а это что сейчас было? Ух ты! Стой прямо и... Опа! Сейчас... Оп! Умён, красив, богат. Да ты просто принц. Почему-то мне кажется, что меня только что оскорбили. А тебя принцы не интересуют? Знаешь ли, принцев мало, и на всех их не хватает. Ну, если руководствоваться твоим наблюдением, Гоша тоже вполне себе принц. Ты прав. Будем считать его первым и последним опытом с принцами. Чувствую себя каким-то ущербным. Будто меня вместе со Скворцовым записали в какую-то касту неприкасаемых. Да ладно. Это я должна знать свое место. Хорошо, что там с твоим семейным сборищем? Что за фигня, Костян? Зачем же ты ее окучиваешь, а? Хорошо ладишь с детьми. На самом деле, Сашка, легко и интересно. Значит, для твоих родителей мы познакомились в Италии на фестивале Куль. Да, прошлым летом у нас завязался бурный роман. Потом твой телефон украли, свой я утопил. И контакты пропали, и мы потеряли друг друга. Ну, такое. Но... Чем проще, тем лучше. Ну, а позавчера я встретил тебя в Праге, наши взгляды пересеклись, и нам было суждено встретиться вновь. А если всплывет твой роман с Гошей, ты просто увлеклась.
И как только появился я, то рассталась с ним. Я рассталась. Ну да. Просто для родителей так будет лучше. Я помогу. Да, спасибо. Значит, встречаются каждый вечер. К себе не приглашал? Нет. Но он поднялся к ней домой и до утра не выходил. Ваше мнение, какие у них отношения? Какие-то отношения между ними, безусловно, есть. Они не просто друзья. Ну что это? Любовь, интрижка. Я не готов пока делать выводы. Есть сильная симпатия. Есть влечение. Константин, по моему мнению, заинтересован больше. Это видно и по отношению к ее ребенку. А девушка? Охотница? Она не производит такого впечатления. Но достаточно мила. Ладно, будет что-то экстраординарное, звоните. Конец связи. Но на нем же гораздо удобней. Пап, ну вы так упираетесь, будто это на всю жизнь. Да наездился я уже на нем. В этом кресле здоровый человек себя инвалидом почувствует. Дед, ну правда, тебе только до машины доехать. Дома хоть присядку пляши. А ты вообще не умничай. Ты где должен быть? Ты должен невесту искать. А я поискал по разным местам и нашел. Ладно, я вижу, ты в порядке. Вы продолжайте спорить, а я пойду. На ужин все непременно вместе будем. А что? Выглядит уставшим. Работу работал. О, Костя, привет. Здравствуйте. Как там, Михаил Степанович? Слава богу, все хорошо. Извините, спешу. И этот человек упрекает кого-то в назойливости. Абонент размовляє. Залишайтесь на лінії. Я никогда не откажусь. Я тоже. Какой ты будешь? Целая коллекция. Что за роман? Смотря что ты слышишь, тут много разных. Давай. Спасибо, что разрешила остаться.
Дедов агент все еще здесь. Ну, можешь остаться у меня, пока он тут. Ты молодец, Алька, хваткая. За Гошкой еще и место в постели не остыло. А ты уже нового мажора уложила, да еще и покруче прежнего. Танюш, чего ты так беспокоишься о моей постели? У тебя же времени на свою совсем не останется. А я вот вообще не понимаю, зачем тебе это повышение? Ну ты же реально журавля в сети поймала. Я не поняла. У вас что, нет работы, что вы языками чешете? Извините, Анна Сергеевна. Как дела, Аля? Нормально. Замуж не собираешься? Почему вы спросили? Наши девицы любят поболтать. И я так поняла, что у тебя появился какой-то очень солидный кавалер, и поэтому, если ты думаешь увольняться... Мне даже в мыслях этого не было. Чтобы не получилось, что я на тебя рассчитываю, а у тебя, оказывается, совсем другие планы. Вы можете на меня рассчитывать. Ну что ж... Я думаю, что на позиции администратора ты сможешь больше себя проявить. Спасибо, Анна Сергеевна. Работай. Так ты, значит, барист по призванию? Да. Вместо кукол играла кофейными зернами. О своей кофейне не мечтаешь? До этого еще далеко. А тебе вот и мечтать не надо. Свое дело уже ждет. Думаешь, это круто? У меня, между прочим, как у единственного наследника, нет никакого выбора. Ты циник, что ли? На самом деле, мне нравится то, чем я занимаюсь. Все мое детство прошло в семейных ресторанах. Отец часто ездил в командировки, и мы с мамой вместе с ним. Потом, когда его не стало, все его дела перешли ко мне. Что с ним случилось? Мы ехали втроем на машине. Я и мама отделались только царапинами, а отец... Мне жаль. Мне тоже. Я начинаю понимать твоего деда. Ну, его желание тебя женить поскорее. Серьезно? Это ужасно, потерять единственного сына. А если у тебя будет ребенок, у него будет продолжение, ему будет так спокойней, что ли? Прости за личный вопрос. А отец Саша, он где? Мы познакомились на экономфаке, мечтали о свадьбе. На пятом курсе тест показал две полоски, он очень обрадовался, сказал, что это нужно отметить. Побежал за шампанским. Я его больше не видела. Случилось что-то? Случилось то, что пока я бегала, искала его по больницам и рыдала в полиции, он сменил симку и перевелся в другой город. Поэтому я... Мне было трудно знакомить с кем-то Сашу. Наверное, трудно поднимать его одной. Он не тяжелый. Он моя гордость. Как там твой шпион?
караулит? Все еще здесь. Давай спать тогда, я постелю тебя на диване. Привет. Как дела? Что тебе нужно? Аля, я извиниться пришел. Ты уже извинился. Я по-нормальному хочу. Ты прости, что я с тобой так. Ты хотел расстаться, мы с тобой расстались. Вопрос исчерпан, что еще? Аля, а что у тебя с Костей Слуцким? Что ты, Марковна, смотришь? Ну, виноват. Виноват, признаю, готов искупить свою вину любой ценой. Вы зачем из больницы домой рвались? Чтобы выпить? Я бы что съесть? Ой, надоела ты мне, Марковна. Уволю. Я и сама уйду. Сил моих нет смотреть, как вы себя гробите. А ты не смотри, ты... Просто возьми, не смотри. Кстати, что у нас с ужином? Можете меню посмотреть. Нет, это не для меня. Лена смотрела, утвердила, а я у вас всеядный. А вот что наша будущая невестка любит, это нам неведомо. Зря вы эти смотрины устроили. Вы с характером. Ну, чё к вам подстать? Вот приведет какую-то, прости господи, лохудру. Ну вот. Посмотрим. Аля, так и не ответила по поводу Слуцкого. Ответила, это не твое дело. А может быть, тебя подвезти куда-нибудь? Гоша, ты все перепутал. Теперь тебе не надо никуда меня подвозить. Приехал все же. Ну ничего, машина к лучшему. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Привет, Гош. Извини, спешим. Поболтаем в другой раз. Ребята, а вы чего? Вы что, вместе? Костя, она вообще-то моя. Аля не твоя. Ваша история закончилась. Теперь ее парень я. И не лезь к ней больше, не посмотрю, что мы друзья. Это что, розыгрыш? Да вы меня разыгрываете. Алечка, я же уже извинился, что тебе еще надо. Ты хотел расстаться, вы расстались. Все, пока. Что, на бабке повелась, да? Только тебе на губу не раскатывай, так это не его полет. Пару месяцев, не больше. Все замечательно, спасибо. Михаил Степанович, у нас все готово. Я вам несказанно благодарен. Ну и что это за парень? Пока не знаю. Мне позвонили буквально сразу после этой сцены. Да, очень интересно. Никогда бы не подумал, что Костя увлечется настолько, чтобы отбить чужую девушку, да еще с ребенком. Да. Любопытно будет взглянуть на эту фем фаталь. Так, держи. Это передашь родителям. Значит, мы поняли.
твоя задача им не понравится. Понятно, птица не того полета. Типа того. Мама, для нее важно, чтобы было воспитание, хорошие манеры. Так и запишу. Буду громко сморкаться в скатерть и причмокивать. Элла Марковна, помощница по дому, она у деда так давно, что уже как родная. Она терпеть не может короткие юбки и открытые пупки. Ты сегодня, конечно, очень красивая, что но... Мне надо было натянуть шорты на ползадницы и кожаный лифчик. Ну, не так уж. Забирай этот торт. Останови машину. В смысле, открой ее. Ты куда? Я никуда не поеду. Стой, подожди. Что случилось? Ты из-за Гоши расстроилась? Да ну что ты его слушаешь? Он просто завидует, что ты со мной. Я не с тобой. Но вообще-то Гоша прав. Такая, как я, тебя бы никогда не заинтересовала. Потому что тебе не нужна женщина с чувством собственного достоинства. Тебе нужно просто показать деду хабалку. Мы договорились. Я договаривалась на других условиях. Ты обещала помочь? Передумала. До свидания. Знаешь что? А ты права. Дурак я был, когда решил, что на тебя можно рассчитывать, что ты можешь помочь. Ты просто не способна держать слово. Без тебя разберусь. Без тебя разберусь. Да, не понимаю. Они опаздывают. Костя трубку не берет. Может быть, что-то случилось. Чего ты себя накручиваешь, Лен? Девушка работает на баре. Может, ее просто задержали. Ну, не волнуйся. Да. Странный выбор. Ты же знаешь, я не сноб, но... Почти официантка и с ребенком. И это после Кристины. Аля уже едет, задержали на работе. Просто замечательно. Лена, не мельтеши. Простите. Здрасте. Пойду встречу. Сейчас я. Приехала Александра Орешкина. Знакомая. Константин Витальевич. Чё так официально, блин? О, здрасте. Я Аля, подружка вашего Костика. Дедуля, приветули, это вам винишко в подарок. Блин, я такая голодная, капец. Котик, плесни мне белого, пожалуйста. О,
прекрасная игра, обожаю ее. Супер. Кстати, это очень знатная винишка. В непростом магазинчике брала. Оно там, ну, типа в погребе пролежало 100 лет, наверное. Мам. Да? А можно с тобой полежать? Конечно, иди сюда. Как хорошо, что ты у меня есть. Ты у меня. И еще Валя. И бабушка. Богатей. А у дяди Кости есть семья? Конечно. Хорошая? Мне понравилось. Дедуля, ваше здоровице. Ау, у меня винчик закончился. Альчика, вы не беспокойтесь. Элла Марковна, пожалуйста, принесите еще бутылку вина. Вы говорили о том, что вас очень ценят на работе, Али. Вот-вот администратором сделают. А еще вы на фестиваль ездили кофе в Италию, да? А, точняк. Мы там с нашим котенькой познакомились. Такая красавица. Ухажеры, наверное, табунами крутились. Да не, я этих итальяшек особо не люблю. Ну, они жадные. Ну, типа, спасибо. Не то, что наш Костя. Прикиньте, он мне сразу брюлик вот этот вот подарил. Класс, правда? Не жлоб, сразу видно. До ваших мне еще далеко, конечно. Ну ничего, прорвемся. Может, только начинаем? У нас все впереди, да, котик? Аля, обязательно попробуй мясо. Элла Марковна его так готовит, язык проглотишь. Да, некоторым не помешал бы. Блин. Мяско зачетное вообще. Офигенное мясо. Просто я наелся уже. Я так понимаю, у вас есть сын. Я так понимаю, вас тоже? Спасибо, что напомнили мне, пора идти его укладывать. Пойдем на мультик. Ты знаешь, у него очень много работы, поэтому вдвоем с тобой пойдем на мультик. Тяжело взрослым заводить друзей. Тяжело. Thank you.
Пап, ты серьезно? Ты за Костю слежку установил? Я всего лишь выполняю распоряжение. Бедолага, какая тут личная жизнь. А вот если бы он встречался с кем-нибудь другим, слежки бы точно за ним не было. Можно? Да, конечно. Так, ну, посмотрим, на кого ты меня променял. Она красивая. Обстоятельства изменились. Я очень боюсь, что Костя сделает неправильный выбор. Почему бы ему не узнать, что ты вернулась? Я уверен, что он обрадуется. Надеюсь. У нее ребенок есть? Да. Есть. Да уж. Серьезная соперница. Придется побороться.